пришла. Так ты камеру. Она як? Камера, мотор, хлопушка. Вот. Ты сюда скруги. А что там видно? Может там такой свет? Да. Что там видно? Та щось видно. Щось видно? Ну, щось видно. Ну посвяти в таинство. Таинство? О, вот, теперь видно. Теперь вижу, и я видно. Ну что, в таинство. Секреты старых мастеров. Назвать полутер резиновый. Для мозаики. Что еще? Профайл. И делаем авторский мармалит. Ну и делаем фокус. Это, ну, идея какая, чтобы ее вытянуть, как будто она поработали, так сказать, с каким-то веском по травинтинчику. Вот такая была идея. Потому что проходит, мы уже делали, который внешний, а это мы назовем его внутренний, наверное, так. И что мы дальше? Кроме того, что прошли с резиновым. И такая полусухая кисть. Вот. Полусухая кисть — это то, что уже образом обобщаем. Если что-то там, какие-то там нюансы оставил в резиновом плече, то вот такая кисть, но ну, можно так даже сухая. А там что даже еще важновато. Вот она убирает. Или смягчит его, да, не это, смягчит наш узор. А ну, посвети так, может там будет уже готово. Это все, 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 посмотри. Уже Сашка такой, и макро, и микро. Так что так, ребята. Делайте с нами, делайте как мы, делайте лучше. Своего лекантона дали, буду пока.